Всем привет! Вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир. Ребят, у нас уже на протяжении нескольких роликов идет обсуждение, нужно ли пристегиваться на заднем сидении. Сначала люди удивлялись, что я ставлю тройки тем, кто не пристегнут. Потом я выпустил ролик на тему, почему это стоит делать. И есть люди, которые... задают вопрос, мол, типа, а за что мы платим, когда заказываем такси? Мы же нанимаем профессионального водителя, который должен сделать так, чтобы мы не попали в ДТП. Ребят, ну, это не так, да? То есть у кого-то может быть такое мнение. Кто-то может действительно считать, что если он заказал такси, то он в ДТП не попадет. Но поверьте, такси попадают в ДТП довольно часто. То есть за день я вижу как минимум, ну, наверное, ДТП 10 с участием такси. Поэтому сказать, что не попадают таксисты в ДТП, ну, это в корне неправильно. Это во-первых. А во-вторых, есть ситуации, в которых вообще ничего не зависит от водителя. И я вам сейчас вот сюда вставлю ролик, в котором, ну, придумайте, что мог сделать водитель в этой ситуации за это время, чтобы не попасть в это ДТП. И подумайте, что было с пассажирами, которые не пристегнутые были на заднем сидении этого автомобиля. Ну, вернее, немножко не так. Этот автомобиль, это был грузовой автомобиль. А представьте себе, что это было бы такси. То есть это обычная трасса, такая же вот как по дороге в аэропорт, такая же как, ну, как какая-нибудь на МКАДе, да? И когда со встречки прилетает автомобиль, что он делал, почему он там попал? Может, у него колесо лопнуло, может быть, он там лихачил, может быть, его кто-то подрезал, может быть, все что угодно. Но есть вещь, которая от нас не зависит. Вот прилетает автомобиль, и вот в этой ситуации, если вы будете не пристегнуты, какие для вас будут последствия? Подумайте.